Дорогие подписчики, продолжаем работу с неговорящими детьми. Сегодня будем мы работать с Василисой. Сюда смотрим, мои хорошие. Семья обедает. Семья. Еще раз давай. На меня посмотри, пожалуйста. На меня. Василиса. Семья. Обедает. Вот. Смотри, а кто это у нас это? Говори, это? Кто это? Это папа. Папа. А это кто? Это? Это? Мама. А это кто? Это? И не этот. Это? Это? Саша. Это. Моя хорошая, ну-ка на меня посмотри. Это. Сима. Вот. Они все будут кушать. Они все сели за стол. Скажи. Они сели за стол. Что они будут делать? Они будут кушать. Сколько их человек? Один, два, три, четыре. Вот, стульев сколько будет? Стульев будет сколько? Тоже четыре. Вот. Что это мама тут сварила? Говори, мама сварила. На меня посмотрела. Сварила. Суп. Вот. Мама сварила суп. Смотри, вот у каждого стоит тарелка. Мама что делает? Мама наливает. Сама говори. Мама наливает. Что? Суп. Мама наливает суп. Повтори. Вот, мама наливает суп. Хорошо. А что еще стоит на столе? Вот это что такое? Сюда смотри. Это масло. Хорошо. Что делает Вова? Ой, Саша. Саша. Что делает? Мажет хлеб маслом. Вот теперь повтори. Саша мажет хлеб маслом. Теперь сама. Давай. Саша мажет хлеб маслом. Вот, хорошо. Хорошо. А что делает Сима? Скажи, не видно, что делает Сима. Не видно. Что делает Сима? Она, видишь, сидит спиной. Скажи, она сидит спиной. А что делает папа? Что он делает? Смотри, у него в руке что? В одной руке у него что? У папы в руке. Что это вот? Вот это что такое? У папы в руке. Вот это. Что это вот это? Ложка. А в другой руке? Говори, а другой. Другой. Руке. Хлеб. Дай мне сюда, пожалуйста. А в другой? Руке. Хлеб. Вот. Что он будет делать? Папа будет
Вот мама нальет сюда суп. Что папа будет делать? Папа будет? Папа. Будет кушать? Кушать. Что? Суп. 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 Вот, скажи, папа будет кушать суп. Говори, папа. Будет кушать. Кушать. Суп. Суп. Вот, они все будут кушать суп. Говори, они. 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 Не хани. Они. На меня посмотри. О! Не. Будут. Будут. Кушать. Кушать. Суп. Суп. А когда покушают, они что маме скажут? Как они скажут маме? Они скажут спа. Вот. Говори. Они скажут. Вот. Спасибо. Спасибо. Мы посмотрели занятия Василисы. Но хочу сказать, что работа движется. Вот, пожалуй, на этом занятие закончено. До свидания.